Да не надо нахуй против военкомата тут становиться, блядь. Иди сюда, блядь. Кто такие? Рассказывайте. Военнослужащие военной части 32-34. Что это за военная часть? Находится в России, в Республике Бурятии. В Республике Бурятии. Кто такой? Представься. Капитан Бекоев Алим Русланович. 91-го года рождения. Личный номер Х559881. Ксива где твоя? Нет. Должность. Командир роты. Ты в должность какая? Гранатометчик. Какой роты? Какой роты? Десантно-штурмовой. Десантно-штурмовой роты. Понял. Удостоверение твое? Нет. Где удостоверение? Кто давал приказ сюда идти? Сюда никто не давал приказ. Как ты здесь оказался? Были на учениях. Понял. Понял, блядь. Где твой военный билет? Забрали. А у вас ксиву где удостоверение? Где удостоверение? Тоже. Кто забрал? Нет, в смысле, там нет. У нас спокойно, забрали, тихо. Там... Тихо говорю, блядь. Кругом. А что они нахуй не связаны? Связаны. Понял. Подручными средствами связаны. Кругом. Еще раз, воинскую часть. Бригада. 32-364. А что за бригада? Десантная бригада. Номер десантной бригады. Командир части. 11. Командир части. Новый пришел я. Командир бригады. Фамилию не помню, новый пришел. Вспомни сейчас же. Земляк, мы с тобой договаривались. Не, понял. Вспомни, говорю, сейчас же. Вспоминай. Ну, командир бригады. Не знаю, честно. Не нам служу. Понял. Батальон. Первый. Командир батальона. Командир батальона. Командир батальона. Я понял, я только перешел в этот батальон, я еще всех не знаю. Я просто не командир помню. Батальона. Помню, зовут... Как? Денис. Звание, фамилия. Подполковник Денис. Сорокин. Денис Сорокин. Понял. У нас... В каком составе подразделение сюда зашло? Рота, 70 человек. На чем озброено? Вооруженное на чем? У нас ничего нет, мы на вертолетах. На вертолетах прилетели. Да? Задача какая была на учение? Наша задача это обеспечение, вытаскивать раненых. То есть мы на учениях так и ты командир штурмовой роты, блядь, вытаскивать раненых? Да, давай. Ну, я на должности стою. Давай. Все понятно, блядь.